Дельта на связи. Мы вышли. Данные у нас. Прием. Поняла. Поезд сейчас отходит. Световая бомба установлена и готова к отправке. Постойте, что? Бомба в поезде? Так точно. Командование выбрало главной целью эмульсионный сток. Поезд доставит бомбу туда, остальное сделают ваши данные. Ну и куда направляемся? Ваше рандеву с поездом на станции Тингат. Понял. Конец связи. Береги! Держись! Опустить мост. Аэрт, ты со мной. Том, Коул, вы прикрываете. Быстрее, старик. Румок был прямо за нами. Что-то здесь явно не так. Зараза, а ну работай! Противник! Давай его сюда! Трой Маркуса! Данные у него! Они знали, что мы делаем! Штаб, это Дельта. Мы застряли на мосту. Нужно восстановить питание. Жду команд. Поняла, Дельта, ждите. Рядом с вами поврежденные линии. Идите вдоль берега к парку Насар и отремонтируйте их. Вас понял. Том, ты со мной. Берт, Коул, вы двое охраняете. Ты охренел? Должен быть другой способ. Берт, я тут главный. Стойте здесь! И будьте готовы двигать, когда мы дадим ток! Как скажешь, босс. Старик, ты сейчас говорил прямо, как твой отец. Мой старик думал, что сможет предотвратить эту войну, а получилось вон что. Что ж, теперь его карта поможет ее закончить. Я не думаю,
что он бы оценил иронию. Спутник показывает, что парк Нассер кишит саранчой. Есть другой путь, но вам придется вернуться к мосту. Некогда. Берт, как понял? А нам на поезд успеть не надо? Свяжись со штабом и двигай к тем линиям. Мы зачистим парк и встретим вас там. Так точно. Нет.
Ю, что такое? Мы уже наверняка у линий. Вы что-нибудь видите? По-моему, да. Прямо впереди, через парк у Старого театра. Идите туда, и пусть Джек их ремонтирует. Встречаемся у линий. Личинки! Вау, мяч в игру, детка! Бросайте и ищите эти линии. Ладно. Дельта, начальник поезда сообщает, что к ним движется саранча. У вас как обстановка? Ходим к линиям электропередачи. Новая вводная. Чтобы поезд не захватили, он набирает скорость. Ваш график сильно уплотняется. Уберите эту тушу от линии электропередачи! Без проблем! Смотри! Эй, козел! Хочешь угощу? На-ка, выпусти! Прочь оттуда! Быстро, быстро, быстро! Ты совсем охренел?
Да, плохо слышно, повторите. Плохо дело. Думаешь, мы успеем? Если нет, придется всю оставшуюся жизнь драпать от этой пакости. Большое, мы возвращаемся к линиям. Дьявол, Бэт, сваливай отсюда нахрен! Трофей. Блин, дыра! Тройки Джека! Держать!
что теперь? Джек, вырежь дверь! Парни, вы как там? Живы, но до БТРа вряд ли доберемся. Штаб Дельта на связи. Мы починили линии электропередачи, но у нас тут Брумок. Ждем рекомендаций. Аня, как слышите? Верносеятель. Ага, и совсем близко. Хорошо, мы сами по себе. И времени в обрез. Пэп, Кол, встречаемся с вами за театром. Так точно, детка! Тут должен быть служебный вход. Разделимся, так мы его быстрее найдем. Я иду наверх. Ты поищи задний ход в партере. Вот он на стене! Вот и нет! Черт! Надо придумать что-то еще!
Тупик. Можем сдвинуть стену? Тупик. Можем сдвинуть стену? Сюда! Он там! Черт! Эта туша постоянно за нами носилась! Окей, начальник, что теперь? Штаб Дельта на связи, как слышите? Черт, нет связи! Ладно, без помощи штаба мы поезд не догоним. Так что все силы на восстановление связи! Ищем сеятеля! Внизу! Ага, и молота нет! Будем импровизировать!
Дельта на связи. Аня, давай, давай! Маркус, это ты? Линия электропередачи восстановлена. Что там с поездом? Плохо дело. Саранча высадилась и вышвыривает охрану на пути. А судя по уровню мощности в сети, ваш мост так и не сработал. Варианты? Рядом с вами центральная электростанция города. Если питание можно восстановить, то только из этого места. Понял вас. Идем туда. Конец связи. Что ж, поехали. Осколочная! Никто не против. Один есть!
подыхать! Осколочно! Спасибо тебе! Вали назад! Становится только хуже и хуже! Это... ну и... вот дрянь! Штаб, мы у городской электростанции. Поняла вас. Какая обстановка? Готовимся идти внутрь. Пожелайте удачи. Берт, Коул, берите Джека и направо. Дом, нам нужно электричество. Yeah.
Это я возьму. Это они. Весь ток под землю увели. Совсем. Ты ведь исправишь? Я работаю над этим. Джек, идиот, не тот контур! Но вам надо будет отключить кое-что. Что отключать? Панели. Знаешь, зеленые лампочки, рубильники. Неплохо. Есть. Эй, один готов!
что теперь? Мощность в норме, но надо сменить полярность трансформаторов. А это как сделать? Чего? То есть мы застряли? Что-нибудь достаточно большое, чтобы залезло между этими двумя штуками и там застряло. Том, поиграет Брумок с нами в догонялки? До сих пор не отказывался. Эрт, открой нам заднюю дверь. Вот он. Теперь что? А теперь мы его разозлим. Что? Я думал, что баланда мерзкого нет. Аня, питание восстановлено. Идем. Маркус, мы потеряли контроль над поездом. Теперь придется садиться на ходу на станции Тимгат. Понял. Запрыгнуть на поезд на ходу и отбить бомбу. Да уж, чем дальше, тем лучше.
снайперы! Yeah.
Попросимся на Ворона. Без обид. Все в порядке. Аня, что мы ищем? Так, бомба в голове поезда. И на борту полно саранчи. Давайте, двигайтесь, не ждите. Let's move out. Издеваешься? Берсерк!
прямо сейчас. Нет, Дельта, не выйдет. Слишком много немацистов в небе. Ладно, тогда план Б. У тебя есть план Б? Что? Откуда? Черт. Затылок.
добраться до бомбы. Аня, что, черт возьми, происходит? Варя, на 4 вагона впереди. Они вырубают дом. Быстрее, пока вас не отключили.
за работу. Маркус, скидывай данные прямо сейчас. Все у тебя? Само собой. Все здесь. Thank you.
Сегодня ваши бойцы успешно взорвали световую бомбу и тем самым уничтожили главный оплот врага. Победа досталась нам дорогой ценой. Война превратила планету в руины. Но я даю слово, что мы восстанем из пепла. Им никогда не понять. Им не понять, почему мы ведем эту войну. Почему не можем остановиться? Мы не остановимся. Почему мы будем сражаться, сражаться, сражаться? До полной победы. Или до смерти. А пока мы еще живы. Stand up!
Oh yeah, I'm back in the game. Yeah, bring it on, sucker. This my kind of shit. Yeah, bring it on, sucker. This my kind of shit. Yeah, bring it on, sucker. This my kind of shit.